С первыми теплыми днями у сочинских растений заканчивается зимовка. С них снимают укрытия, раскрывают точки роста и начинают обновлять. Обрезают сухие и ослабленные ветки, где-то формируют кроны, чтобы придать им ухоженный вид. Такая санитарная чистка позволит 15-метровым экзотам стать еще выше. Обрезка больных, поврежденных веток и листвы улучшит прохождение воздуха и света через крону в Вашингтоне. Этот сорт пальм здесь высадили еще в конце 70-х. И сегодня этот вид американо-мексиканской урожай. Уроженки сочинцы считают чуть ли не главным городским растением. Также кронированию в эти дни подвергнутся и другие растения курорта, нуждающиеся в этой процедуре. Это снизит риск их заболеваемости. В планах администрации произвести санитарную чистку всему пальмарию на Новогинской. Помимо 120 вашингтоне, это и более 50 трахикарпусов и канарских фиников. Через 2-3 недели, уверяют озеленители, пальмы сформируют кроны новыми листьями и приобретут привычный вид. Также в городе начинаются работы по обрезке аварийных сухих деревьев и самосевной поросли.